Siemczyki, bo nie jestem o tym show reper. Zaczynałem. No, lirika, spokojstwie. Разборки какие-то или что это? Ну очень душевное начало душевное. Что, знаете, общага, да. Парни решили перекусить. Непонятно, то ли он дружелюбный, то ли он, ну, агрессивно подает, да? Все равно, слышно, немножко такая агрессия. А вот второй персонаж, я думаю, что... Забыл, да? Я думал, это он поет. Сейчас будет он. Батл, да? Динация немножко сменилась. Более спокойно. Ну, снятие очков, да, то есть он прям такой, знаете, символизм. Потому что сейчас человек очень искренний, да. То есть он хочет, чтобы прям вот была схватка глаза в глаза, чтобы они смотрели друг другу и все выслушали. Только вас сильно, прям он будто бы на дыхание читал уже. Флоу. Работает на флоу. На флоу хорошо. Куда он уходит? Похоже на рай. В общем, нет, здесь уже понятно, вот, да, вот сначала я не мог, да, определить, но вот как в конце все сделали, да, все понятно, да, то есть как бы он рисовался, он что-то. И видите, парень этот, который рисовал, улыбался вначале, да, и было непонятно, но потом, когда он уже поставил рисунок, да, и все, эта улыбка пропала, и все было сразу, и сразу, знаете, такой выстрел, прям все, триггер какой-то срабатывает, и сразу становится понятно, что имеют в виду, да, то есть, как понимаете, на его родственник, скорее всего, брат, ну, погибший, да. И вот он читает ему. Поэтому понятно, почему он снял очки, да, чтобы как бы правду сказать. И чтобы все было искренне. И сейчас видно, видите, как он искренне. То есть он будто бы вдохнул, и вот все, и на одной волне словно вот читает, читает, читает. Очень душевно и трогательно. Так скажем, на износ связок, потому что... Ну, скорее всего, да, он посвятил, ну, эта история, скорее всего, реальна, да, то есть он, скорее всего, посвятил это выступление своему брату, скорее всего, так.
очень-очень трогательно, да, прям концовка прям такая вот. Судьи встали, да, это уже это видно, ну, видно, что судьям тоже понравилось, они тоже встали. Словно реально фильм, да, какой-то мини-фильм, смотришь, все развивается, все идет каким-то своим течением. И в конце такой твист, да, резкий поворот, и вот. И все. И глаза уже на мокром месте. Хорошо, добра, позитива, чики-пафо.